Добрий вечір. У ефірі новини для тих, хто цікавиться станом економіки свого регіону. У щотидньовій програмі «Економічна довідка» ми ділимося актуальною інформацією по різних напрямках. Глядіть у випуску. Білоруська чигунка з сьогоднішнього дня почала відправляти праз Гомель прямі рейси у Краснодарський край. Наскільки у вогулі запотребований зараз чигуночний транспорт і як привабити до користання їм більш пасажирів – довідаємося у спеціаліста. У ближайшие годы в областном центре появится еще один микрорайон, где побудуют новые дома, расскажет эксперт. А так само поцікавимся, насколько отрозниваются цены на продукты на Гомельском центральном рынке, а цен у Калинковицкой краме. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Белорусская чигунка сегодняшнего дня начала отправлять с Витебска и Могилева праз Гомель прямые рейсы у Краснодарский край. У першиню за опошние 3 года. Это причапные вагоны плацкартного типа. Спыняться тягник будет так само у Рогачеве, Жлобине и Будокошелеве. У опошние годы ходил только прямый рейс с Минска праз Гомель. До прикладу, первый рейс отправился сегодня с Витебска у Анапу раницей у 8:15. У Гомель он прибыл около 4 часа дня. Тут причапные вагоны собрали у один состав, который отправился праз Бранск, Воронеж, Ростов-на-Доне. У Анапе он будет у понеделок ополудни. Опошний рейс отправится 29 вересня. Прикладный кошт билета свыше 1,5 млн рублей. У ближайшие годы протягнется работа по повышению хуткости руху тягников, оптимизации транспортно-логистичных схем и развитию контейнерных перевозок. У шляхах зносинов помеж Минском и областными центрами для перевозки пассажиров плануется выкористовывать сучасный мотор-вагонный рухомый состав повышенной комфортности. Так само повеличится протяглость электрификованных чигуночных участков по основных накерунках международных грузоперевозок. Тем часом Гомельское отделение белорусской чигунки активно працуя по развитию новых накерунков деятельности, удосконаливание работы с метой повышения привабности проезду у чигуночном транспорте. За первый квартал тут выполнили 10 из 15 доведенных показчиков. А вот нормы по перевозке пассажиров, это покуль списывается на несезонность, у первые 3 месяца года досягнуть не отрымалось. Але с початком отпускной пары и гэтый показчик, спадзяюцца чыгуначнікі, будет на необходном узроўні. Погрузка грузов составила почти 4 900 000 тонн. Это 110% к уровню прошлого года. Возрос объем перевозок грузов. Это 8 832 000 тонн. Это 101,1% также к уровню прошлого года. Тарифный грузооборот составил 1 221 000 000 тонн на километров. Тоже 103,3%. Также выполнены у нас и качественные показатели, практически 4 показателя из 5. Это и оборот вагона, производительность локомотива, производительность вагона. Ну, это чисто специфические такие и измерители, которые, опять же, позволяют предприятию работать более эффективно, использовать более эффективно свои основные средства, получать максимум рентабельности. Ну, а получая вот эту рентабельность, мы можем, конечно, заплатить и людям достойную зарплату. Ну и большой, конечно, у нас нагрузка занимает социальная сфера. То есть мы содержим и дворец культуры железнодорожников, и дворец игровых видов спорта, и санаторий, и детский оздоровительный лагерь. У студии Марина Северьянова протягиваем выпуск. Новый микрорайон появится в ближайшие годы в областном центре. Не меньше, как 12 шматповерховок побудуют побач с улицей Феодюнинского. Узведение группы домов обумолено попытом на кватеры людей, которые имеют потребу в поляпшении жилевых умов и готовы будовать их по коммерцийным коштям. Зараз это прикладно 7 миллионов за квадратный метр. Это будет, ну, достаточно, скажем так, хорошим транспортным сообщением площадка в районе улицы Федюнинского, недалеко от магазина «Стройка». Сейчас мы ведем проектирование нового микрорайона. Мощность микрорайона 101 000 квадратных метров.
значит, группа жилых домов смешанной серии на любой вкус и цвет, и КПД, и, значит, и широкий шаг, и в разной этажности. Вот, сейчас мы ведем проектирование и заканчиваем проектирование самого микрорайона, сетей. Через пару месяцев мы начнем уже проектирование конкретных домов. Вот, значит, ну и в следующем году мы надеемся уже начать туда подбираться объектами, потому что ПСД будет готово. Як вядома, колькасць дамоў, якія зараз будуюць па дзяржзаказе, з-за няпростых эканамічных абставінаў скарачаецца. Сёлета, напрыклад, іх з'явіцца на 10 менш, чым летась. А кватэры ў камерцыйных дамах прадаюцца на дастаткова прымальных умовах. Нагадаю, што ўдзел у долевым будаўніцтве прадугледжвае продаж кватэр з мінімальнай надбаўкай. Гэта якраз для тых, хто стаіць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў. Одним из основных направлений строительства сейчас является развитие работы с нуждающимися. Конечно, да, есть определенные трудности в кредитовании, мы все знаем, кредитование идет не так активно, и та программа государственного заказа, которая была когда-то, она уже сокращается. Тем не менее, это направление мы не оставляем и принимаем активную работу по проектированию новых домов, групп домов и микрорайонов. В качестве таких трех направлений мы можно определить. Первое – это точечная застройка в микрорайоне 104. У нас есть несколько площадок, которые мы хотим определить для нуждающихся. У нас есть микрорайон 94-96, как группа домов. Уже запроектирована группа из четырех домов. Пока, конечно, это шло проектирование под программу государственного заказа, тоже для нуждающихся. И мы посмотрим, то есть если будет финансирование, то, возможно, это развернется как государственный заказ. Вот. Но если нет, в принципе, или частично, не полностью, если он будет реализовываться, то мы готовы к тому, чтобы с жильцами, с дольщиками, с нашими нуждающимися работать по условиям долевого строительства. Не варта забывать, что люди, якія набылі кватэру па нельготным крэдыце, могуць атрымаць фінансавую дапамогу дзяржавы ў яго пагашэнні. На яе можна разлічваць пры нараджэнні дзяцей. 60 мільёнаў выдаецца пры з'яўленні першага і 120 другога дзіцяці. Што тычыцца другаснага рынку, то ў першым квартале жылая нерухомасць у Гомелі ў доларавым эквіваленце патаннела на 9% і склала ў сярэднім 630 долараў альбо крыху больш як 12 мільёнаў за квадратны метр. Калі параўнаць сённяшні ўзровень цэн з іх максімальным паказчыкам у 2013-2014 годах, то атрымаецца, што нерухомасць патаннела амаль на 40%. Для параўнання ў Віцебску цэны знізіліся значна больш на палову. Колька ж дзела куплі-продажу кватэр у Гомелі ў параўнанні з такім жа леташнім перыядам вырасла на 7%. Цікава, што ў іншых абласцях гэты паказчык быў больш высокім і ў Віцебску дасягнуў адразу 70%. Гомельскія пакупнікі часцей за ўсё выбіралі двухпакаёвыя кватэры. Амаль палова ад усіх здзелак – 40% – аднапакаёвыя. Працягваем выпуск у студыі Марына Север'янова. Параўнанне цэн у нашай сённяшняй праграме будзе не зусім звычайным. Мы пабывалі не толькі на гомельскім рынку, а менавіта на цэнтральным, але і наведалі краму «Родны кут» у Калінкавічах. Адразу скажу, што не ўсе прадукты, цэны на якія мы даведаліся на цэнтральным, мы знайшлі на паліцах калінкавіцкай крамы. Але ж яны ёсць і не ў кожным гомельскім магазіне. Так, асноўная беларуская гародніна, бульба ў райцэнтры нават таннейшая. Каштуе менш як 3000 за кілаграм. Морква, капуста і рэпчатая цыбуля на рынку каштуе менш, прыкладна на 3000. Сярэдні кошт агуркоў і памідораў адрозніваецца нязначна. А вось радыску, пер'е цыбулі, кабачкі з баклажанамі, а таксама свежую зеляніну ў краме мы не знайшлі. Між тым, на рыначных радах іх продаж у разгары. Кабачкі каштуюць каля 30 000, столькі ж радыска, баклажаны каля 30 000. Цены на гэта і многія іншыя прадукты ў наступнай табліцы. На гэтым сённяшні выпуск завершаны. З вамі была Марына Север'янова. Як заўсёды, сустрэнемся роўна праз тыдзень.